Здравствуйте. Сегодня печально известный Олег Соколов, который украл мои научные концепции, был выловлен в реке Мойка при попытке избавиться от расчлененного трупа, вернее, от частей его. Дело в том, что он убил человека, совращенную им бывшую студентку Настю Ещенко, и расчленил ее, отдельно голову, отдельно ноги, отдельно руки. Его нашли в реке Мойку, он пытался утопить какие-то части, кажется, руки убитой девушки. Что я должен сказать? Я должен сказать, что с этим негодяем я веду достаточно давно уже борьбу. И больше года назад, 26 сентября 2018 года, в ролике на канале «Здравого смысла» я предупреждал открыто, публично, что примерно такое может случиться в будущем. И это случилось. Тогда я официально обратился к ректору СПбГУ Кропачеву и директору Института истории СПбГУ Даудову. Я официально обратился, я просил его уволить, я просил обратить внимание на этого негодяя. Его не уволили. Более того, был известный еще инцидент. На лекции Соколова за вопрос о плагиате из моих работ были избиты два студента. Кем они были избиты? Они были избиты в том числе и одним из подручных Соколова по игрищам в реконструкцию, неким Сабиром Яникеевым. Дело в том, что этот тип Соколов просит от многих окружающих, в первую очередь от этих, кто ряжется, наряжается в маскарадные костюмы, и все это издалека напоминает гусарскую балладу, оперету дешевую. Так вот, он просит называть себя Сиром. Сир — это наименование, так сказать, название, обращение, вернее, к монарху во Франции. Сами понимаете, что подобное требование в 21 веке от мелкого лузера, доцента СПбГУ, оно, мягко скажем, странное. Так вот, он требует от них называть себя доцентами, и они называют. И этот Сабир Яникеев избил в кровь студента, и уголовное дело не завели. Я прекрасно понимаю, почему его не завели. Видимо, были задействованы какие-то очень серьезные контакты. И теперь я буду требовать, чтобы это дело все-таки завели, это уголовное дело, чтобы выяснили, по каким причинам оно не было заведено ни по хулиганству, избиению, ни по самоуправству. Также необходимо выяснить, почему ректор СПбГУ и декан, директор Института истории Даудов, почему они не вняли моим открытым предупреждением, которые посмотрели сотни тысяч людей. А о том, что студентов избили на лекции Соколова, и он кричал: «Давайте, давайте, дайте ему в глаз» с трибуны СПбГУ, и после этого его оставили на работе. Об этом писали все, об этом писала Радио Свобода, МК и так далее, и так далее. И ректор его не уволил. Почему? Не круговая ли это порука? А теперь его, наконец, уволят. Достаточно того, что он убил совращенную в молоденькую девочку, бывшую студентку СПбГУ, сейчас она, по-моему, аспиранткой была, и расчленил ее, отдельно руки, отдельно голову, отдельно ноги, и пытался скрыть следы преступления в реке. Вот, кстати говоря, портрет, прекрасный портрет моего завистника и ненавистника. Прекрасный портрет человека, который критикует мои исследования исторические. Прекрасный портрет человека, который критикует первую научную историю войны 1812 года. Расчленил девочку и пытался руки утопить в реке Мойка, но чуть сам не утопился и с обморожениями был поднят оттуда полицейскими. Надо сказать, что правильная, мне кажется, фраза есть: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Давайте перечислим тех, кто помогал этому, я даже не знаю это слово, это не человек, это грязное существо. Кто ему помогал за последний, за истекший год, даже два года? Это некий гоблин Пучков. Это Клим Жуков, вы знаете этих любителей Сталина и советской, так сказать, советских ужасов. Это сотрудник исторического музея в Москве Витя Безотосный. Витя, ты ему очень помогал, потому что ты мне страшно завидуешь. И это понятно, тем более после того, как я тебя изничтожил в главе «Историография» в своей книге «Первая научная история войны 12-го года». Ему помогал самарчанин Андрей Попов, который также мне завидует,
по тем же известным причинам, потому что я также его неким образом раскритиковал в той же монографии. Его поддерживал еще один лузер, школьный учитель, но это даже сейчас нет смысла упоминать. Его очень поддерживал, всячески поддерживал, пиарил и приглашал выступать на своих форумах другой Соколов, Саня Соколов, который занимается самозванными делами на там, этом, антропогенезе и этом, врали и так далее. То есть вот он врал, он как врал, так и будет врать этот Саня Соколов, который испугался, когда я его схватил за руку в его делишках и подлогах во время прошлой премии. Об этом всем известно, можете посмотреть соответствующие ролики в интернете. Я оказался прав, как всегда. Вы знаете, те, кто смотрит мой канал, те, кто читали мои статьи еще в «Коммерсанте» в нулевые, те, кто читали мои книги, я всегда прав по поводу событий в политике, в международных делах, я всегда прав по поводу каких-то прогнозов на события личной жизни моих знакомых или малознакомых людей. Я предупреждал, что с Олегом будет примерно так. Я об этом и говорил. Более того, я пытался спасти людей. Я обращался больше года назад к руководству этого человека, к руководству СПБГУ. Меня не услышали. Если бы они постарались закончить тогда эту историю, если бы они наказали Олега и его сподручного этого Сабира после избиения студентов, если бы они постарались раскрыть глаза Насти Ещенко на этого негодяя, она была бы жива. Если бы его не поддерживали все те мерзавцы, которых я перечислил, возможно, эта девочка была бы со светлой головой. Возможно, она поняла бы, что с этим чудовищем нельзя находиться вместе. Но вот этот Витя Безотосный, вот этот Андрюша Попов, вот этот Клим Жуков, который мне страшно тоже завидует, но это понятно, посмотрите на эту заикающуюся физиономию, и этот совок Гоблин Пучков. Посмотрите, вот кто его поддерживал. Вот кто с ним вместе формировал контекст, его возвеличивал, и поэтому, наверное, и поэтому тоже Настя была вместе и оказалась с ним рядом в ту роковую минуту, когда он ее из обреза, из чего там, застрелил, а после этого расчленил. Более того, этот выродок не просто ее убил, расчленил, он после этого еще ее держал останки дома, позвал друзей, у него были дома гости, по его рассказам, как сообщает пресса, по информации компетентных органов. Только после этого он ее стал простить, он купил пилу, он ее стал резать. Это, я повторяю, это портрет. Портрет моего критика, моего ненавистника, моего завистника. Вот разрезанная девушка, распиленная девушка, распиленные бюджеты на празднование проигранных сражений войны 1812 года. Что можно ожидать от человека, который хамски критикует мою монографию «Первая научная история войны 1812 года»? Вы можете как угодно относиться ко мне, но это труд, здесь 4000 научных сносок на источники, и только законченный негодяй может себе позволить хамство в отношении такого труда, который не мне нужен. И это, черт возьми, не мой пиар, это правда о нашей истории, это правда о погибших людях. Это правда о погибших людях тогда, а сегодня, вернее, несколько дней назад погиб еще один человек от руки того человека, негодяя, мерзавца, который пытался уничтожить мою репутацию, но поплатился, потому что 29 октября, несколько дней назад буквально, я выиграл, блестяще выиграл суд против Соколова в городском суде Санкт-Петербурга. И мы недавно это отмечали. Но теперь, к сожалению, все эти праздники окрасились отвратительным багрянцем. Олег напал на меня. И что же с ним случилось? Что с ним произошло? Посмотрите, как это разрушает личность. Но личности там никакой не было. Там был негодяй, грязный тип, который прогнил полностью. Но сейчас я хочу сказать все-таки еще раз. Ненаказанное преступление — это самое страшное, что может быть. Оно порождает новые преступления. Мы должны разобраться, почему Даудов и Кропачев не уволили этого негодяя после всех скандалов, после публикации в газете «Московский комсомолец» заявления девушки, которая утверждала, что он несколько лет назад, он ее и уже избил, связанную. Он звонил на съемную квартиру, связал и избивал в грудь. И я цитировал это заявление. И оно опубликовано, и это прочитали сотни тысяч людей. Почему на это не отреагировал ректор и директор института, работодатели товарища Соколова? Почему
органы не проверили это заявление? Почему органы не завели? Почему прокуроры в Петербурге и полицейские не завели дело об избиении студента и по самоуправству? Кто спустил это на тормозах? Возможно, были какие-то звонки из каких-то больших кабинетов. Надо выяснить, кто и откуда звонил. Почему так произошло, что дело не было заведено? А если бы оно было заведено, то они бы остудили этого мерзавца, и, возможно, человек был бы жив. Я сейчас буду заниматься именно этим. Я буду выяснять и восстанавливать справедливость. И это уголовное дело против, в том числе, Сабира Еникеева, который избивал студентов за вопрос о плагиате из моих работ, о плагиате, в котором, знаете, уже прекрасные есть экспертизы из Академии наук. Доктор филологических наук Баранов так и написал, что то, что совершил Олег, это может интерпретироваться как одна та или иная форма плагиата. И на эту экспертизу из Академии наук почему-то в СПбГУ также не обратили внимания. Почему такое неуважение к мнению ученых из Российской Академии наук? Почему вы смели держать это существо, про которого уже известно все было, и про избиение девушки, и про избиение студентов, и про то, что он таскал мои научные концепции? Вам не стыдно? Вы сейчас не чувствуете кровь на своих руках Кропачев и Даудов? Вы, Витя Безотосный, Попов, Гоблин, вы не чувствуете, что вы все защищали и возвеличили этого человека, который расчленил девочку? Вы не чувствуете ответственности? Вы все еще ненавидите меня? Вы все еще завидуете мне? Есть у вас хоть капля совести или нет? Я думаю, что, к сожалению, нет. Но наказание будет, я вам это обещаю. И спасибо всем тем, кто эти 2 года поддерживал меня. Правда всегда торжествует. К сожалению, очень поздно. Сейчас было уже очень поздно. Но не в моем случае. Не в моем. Всего вам доброго. Чем еще известен доцент СПбГУ Соколов? Вот здесь, в газете «Московский комсомолец», опубликовано чудовищное, с моей точки зрения, заявление в милицию от девушки, которую, как она заявляет, Соколов заманил на съемную квартиру, связал, жестоко избивал и угрожал изуродовать утюгом. То есть он меня вызывал как на дуэль, он, наверное, с утюгом хотел явиться. Я процитирую отрывок. Итак, Соколов О.В. схватил меня сзади за руки и стал связывать веревкой, которую, как я поняла, он приготовил заранее. Я стала сопротивляться и просить объяснить, что происходит. Соколов О.В. ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги. Я оказался абсолютно беспомощный, не способный оказать сопротивление. Соколов О.В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу так, что я ощущал исходящий от него жар и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносить удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут. И дальше описание. Вот эта статья, вот девушка. И вот это избивал девушку, как здесь нам сообщает МК. И здесь же нам МК напоминает, что был еще один омерзительный случай. Буквально совсем недавно на лекции Соколова в СПбГУ избили студентов за вопрос как раз о плагиате из моих трудов. Помните, студент Антон Кужим задал ему вопрос, на что по мановению руки Соколова его не предам их будет сказано, кто, стали выбрасывать студентов при всех из аудитории и избили в кровь. Вообще не хочу, слушайте, убирайтесь отсюда. Про вашу Панасенко, господа. Давай отсюда, садись.
прямо в глаз. Перестань. Так, нет, помоги, брат. Потом у нас есть медицинские справки об избиении, были проведены опросы со стороны участковой и так далее, и сейчас вся эта история развивается, и, конечно, мы доведем ее до логического финала. Значит, я абсолютно убежден в том, что опубликованное заявление истинно. Почему? Потому что оно опубликовано в конце мая, и за почти 4 месяца Олег Соколов не опроверг этого, не подал в суд на газету и никак не захотел публичного, так сказать, рассмотрения этого. Если бы такое было опубликовано про вас, про меня, про декана факультета, наверное, бы в течение суток было бы опровержение, потом суд, затребовали бы это заявление, затребовали эту потерпевшую и призвали бы к ответу. Но 4 месяца от Олега никаких слов по этому поводу официально заявлено не было. Кроме того, я ведь много лет знаю Олега, и его истерический характер... А врагом в 802 году! Это никто не может объяснить-то, почему он враг в 802 году! Почему он враг в 1902 году? Он уже пишет инструкцию, как надо готовить войну с врагом. Да потому что никто не хотел воевать, кроме Александра. Никто, ни русская армия, ни австрийская, никто не хотел воевать. Хотел воевать только один маньяк больной, Александр, который был одержим идеей войны. Его грубость и жестокость я знаю прекрасно, и многие его друзья по реконструкции уже испытали это на себе. Так вот... Это. Дальше. Еще одна публикация. Здесь опубликовано тоже в газете МК, потому что они решили заняться этим персонажем Соколовым серьезно. Так вот, здесь опубликовано заявление президента Международной военно-исторической ассоциации Вальковича, который рассказывает, что на одном из праздников на Бородинском поле Соколов устроил чудовищные потасовки, провокации, и, в общем, все это угрожало жизни окружающих. И вот заявление в прокуратуру Московской области государственному советнику юстиции третьего класса Замыраеву Сергею и так далее от президента, все опубликовано тоже. Все ссылки на эти заявления я приложу к ролику, потому что цитируйте этот просто все историю мерзости этого типа невозможно постоянно. Итак, вы видели экспертизу о плагиате, вы теперь знаете о заявлении девушки, как ее избивали в грудь и живот, связанную, заявление в прокуратуру Вальковича, заявление на научной конференции историка Суслова и так далее, избиение студентов на лекции Соколова. И теперь я официально обращаюсь к декану ИСТФАКа, к директору Института истории СПбГУ Даудову. Абдулла Хамидович, я как гражданин, как налогоплательщик, как историк уже не прошу. Я требую уволить доцента Соколова незамедлительно, потому что все вышеперечисленное несовместимо с возможностью преподавать молодежи, возможностью учить, чему учить, учить, как действовать с коллегами и как действовать с наукой или здесь. Учить обращению со студентами на лекции, это все несовместимо. Надо сказать, что сегодня утром на имя президента было отправлено письмо за моей подписью, а также за подписью ряда весомых и известных людей в России и мире. Но я хотел бы, чтобы решение приняли именно вы, непосредственный начальник этого доцента. Таким образом, Абдулла Хамидович, я очень прошу вас незамедлительно принять меры и в связи со всем этим уволить доцента Соколова. Мне интересно, Абдулла Хамидович, как вы можете, зная, ну, экспертизу вы еще не знали, но вы уже знали эти заявления, вы уже знали мои ролики, разгромные его, да? Как вы можете подавать этому человеку руку? Как вы можете его допускать до студентов?
Вот у вас же есть самоуважение, у вас есть совесть. Что вы по этому поводу думаете? Я еще и еще раз хочу вам процитировать Тальковича потом. Все-таки вот это пострашнее, это омерзительнее. «После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносить удары в грудь и живот. На все мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет». Вот это заявление девушки про вашего преподавателя. Если вы не верите, ну так, пожалуйста, обратитесь в газету, обратитесь в суд, проведите проверку. Но оставлять это без внимания, отсидеться – это подло, это бесчестно, и это просто омерзительно. Это же читали все студенты, родители. Вообще, что вы хотите? Вы хотите, ведь и так, в общем, после публикации в группе студентки вашего факультета Екатерины Платоновой, которая давно разоблачает Соколова, все знают про ситуацию с так называемой Изабель. Вы хотите, чтобы об этой ситуации узнали все родители студенток вашего факультета? Вы хотите, чтобы они узнали про возраст Изабель, про возраст Кати, про возраст Анастасии, Екатерины? Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы вот эта избитая Катя пришла к вам в кабинет? Я могу вам это устроить. Вам тогда будет достаточно или еще недостаточно? Объясните мне, как вы можете подавать руку и смотреть в глаза и поддерживать человека после этой экспертизы и после этого заявления, и после того, что рассказано давно, еще в 2002 году, историком Сусловым? Как вы можете подавать руку и поддерживать человека, который... Есть ведь запись, которую также все видели, любой может посмотреть в интернете, с кафедры СПбГУ кричал слова, которые пристали не преподавателю вуза российского, а какому-нибудь, я не знаю, гопнику из подворотни. Послушайте, пересмотрите на это, посмотрите, как тот радостно наблюдал и подначивал своих, кстати говоря, студента, применять насилие к другому студенту. Между прочим, важно, негативное влияние Соколова на студентов уже доказано, хотя бы тем, с моей точки зрения, доказано, что как раз вот Антона Кужима публично на лекции Соколова избивал кто? Еникеев, студент вашего факультета, ученик Соколова. Это разве не доказательство негативного влияния? Как вы думаете? Вы хотите, чтобы все-таки пошла уже речь о девушках, и чтобы родители задумались о том, что объединяет всех этих девушек, перечисленных мной? Я настаиваю, я прошу вас, Абдулла Хамидович, в кратчайшие сроки записать ответ мне в виде ролика. Мне не нужны бумажные отписки, потому что советский чиновник бумажными отписками может отписаться абсолютно от всего на свете. Абсолютно. Я хочу увидеть ваши глаза. Я хочу, чтобы все увидели ваши глаза. Чтобы вы сказали, что либо вы будете это изучать и примете решение, либо, может быть, вы скажете, что нет, это прекрасно. Вот так и должно быть. Но тогда мы все будем знать уже, каким словом называть лично вас.